Шалом. Однажды с Ребе беседовал один молодой человек. Они говорили обо всем, пока Ребе вдруг не спросил его: «Скажи мне, как насчет написанного в Торе «плохо человеку быть одному»?» Он смутился и сказал: «Ребе, да, я знаю, мне 26 лет, откуда вы узнали, что я не женат?» Это странный, кстати, вопрос. Ребе, скрыть от Ребе такой момент, это самое, может быть, простое. И первое, что Ребе увидел, и Ребе ему говорит: «Ты знаешь, найди себе жену». Он говорит: «Да, Ребе, я постараюсь, буду молиться Богу». Он говорит: «Молись Богу, но сам тоже постарайся найти себе жену. Потому что жена связана с каким-то дорогим алмазом, дамы и господа. Написано у Соломона прекрасная фраза: жену драгоценную или совершенную кто найдет? Эшет хайль ми имца. Наши мудрецы приводят много-много примеров. Вот Ребе этому человеку говорит, видимо, основываясь на вот этой фразе, он ему говорит: ты знаешь, что так же, как человек, который ищет что-то очень дорогое, которое нет вот рядом с ним, или человек, который теряет какой-то там камень золотой, он возвращается, он будет искать, он все, что идет речь про деньги, это даже не сравнится с тем, что называется семья. Потому что выбор и строительство семьи – это выше и дороже всех драгоценных камней в мире, потому что это твоя жизнь. Если в бизнесе ты можешь потерять, так ты потеряешь всего деньги. Здесь очень тяжело ошибиться. И очень тяжело оставаться одному, потому что энергетически, когда человек один, у него не раскрывается весь потенциал. Важно, что человек зарабатывает. Человек зарабатывает семью, зарабатывает детей, если заслужит, зарабатывает какое-то положение. Вы не представляете, какие духовные вещи выигрывает человек, когда он не один. С Богом не поспоришь, хотя мы часто спорим, но мы знаем, кто будет прав. Поэтому такой совет, так же, как Ребе посоветовал вот этому человеку. Все нужно быть вовремя. Как пишет царь Соломон, Бог дал людям время, и все красиво и прекрасно в свое время. Надо наставлять своих детей так. Основная вещь жизни ребенка не то, что там он выучится, у него будет специальность, у него будет прекрасное, я не знаю, там что. Конечно же, это важно. Но главное здесь не потерять нужный момент времени. Мое мнение, что дети, первое, что они должны знать и внять, и в себя как бы внутрь абсорбировать в себе, это самое главное в жизни, это построение семьи. Это самое главное, самое сложное и самое главное. Поэтому будем действовать по советам мудрецов, их наставлениям. Очень благодарю всех тех, кто смотрит наш канал, помогает нам. Спасибо огромное. Шалом, шалом.